Да плюс 13 у дзені кароткачасовыя ападкі. Апошнія выхадныя верасня будуць па-восеньскі халоднымі вільготнымі. Скандынаўскую свежасць у нашу краіну прынеслі паўночныя вятры. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі магчымы туман. У нядзелю днём пераважна суха, але пахаладае да 10-12 градусаў. Істотна надвор'е не зменіцца і ў пачатку наступнага тыдня. В начале следующей недели в нашей столице ожидается такой непродолжительный перерыв в дождях. Однако сентябрь в нашей столице закончится пасмурной, ветреной и дождливой погодой. Здесь уже власть над погодой, возьмут атлантические циклоны, и погода будет где-то в среднем на 2-4 градуса ниже климатической нормы. А кроме того, месяцами по Минской области прогнозуются и ночные заморозки до минус 2 градусов.